Федерация бокса. Большое спасибо от ветеранов бокса, а прежде всего Федерации бокса России, Федерации бокса Южного федерального округа и, конечно, нашей родной Федерации бокса города Севастополя. Приятно, что вы не забываете ветеранов бокса, ветеранов спорта, о которых мы часто рассказываем по телевидению, по радио. И все-таки считается, что главное это не продуктовый набор, а именно то внимание, с которым относятся наши боксерские организации. Мы видим по интернету, какое отношение нашей Всероссийской Федерации бокса к ветеранам, к тем, кто сейчас находится у себя дома. Ведь девиз наш «Сидим дома и общаемся только дистанционно». Все равно мы всех победим. Сегодня по поручению президента Федерации бокса города Севастополя мы проехались, мы это руководство Севастопольской Федерации, проехались по адресам, по нашим заслуженным тренерам, которые сейчас находятся в самоизоляции. Это наша поддержка этим людям. Это, наверное, самое малое, что мы можем сделать для них. Мы будем это и не одноразовая акция, будем это периодически делать. Люди в первую очередь очень были рады тому, что действительно о них помнят, знают и поддерживают. Ну, плюс продуктовые наборы тоже имеют, конечно, свою ценность в данный момент.